Клод Моне, проведший молодость в Гавре, где у отца была бакалейная лавка, находился под большим влиянием живописи Эжена Будена, приверженца работы на открытом воздухе и этюдов на природе, с натурой. «Время романтиков прошло», — говорил он. «Отныне и впредь надо искать простую красоту в природе, взятой во всей ее истинности и свежести». Немало не заботясь о дисциплине, Моне согласился систематически учиться живописи только в угоду семье. И вот, в тот самый год, когда закрылась мастерская Глейра, он убедил друзей Ренуара, Сеслея и Базеля поселиться в районе леса Фонтенбло, в деревне Барбизон, где уже несколько лет существовала довольно большая колония художников, среди которых Теодор Руссо, Милле, Нарсис Диас де ла Пинья, Добиньи и Коро. Между старожилами леса и вновь прибывшими любителями природы быстро установилось взаимопонимание, еще более укрепившееся в долгих разговорах об использовании цвета и световых эффектах и об изменчивости ощущений. Их роднила убежденность, что только внимательно наблюдая за природой, можно постичь глубинный смысл реальности. Получивший молодое подкрепление натурализм приобрел новое звучание, теперь он обогащался способностью интерпретировать, и художник был призван окунуться в повседневность, выхватить из нее подходящий момент и магическим образом запечатлеть его на полотне. В обязанности Моне и Ренуара входило изучение окрестностей в поисках интересных пейзажей, а также маленьких ресторанчиков и кабачков, где можно было бы остановиться, не тратя много денег. Чудесным воспоминанием об одном из таких уютных местечек стало полотно «Кабачок мамаши Антони», первая работа Ренуара большого формата, выполненная в Марлотте в 1866 году. Здесь воссоздается простая и оживленная атмосфера кафе, привлекавшего к себе художников и писателей. К этому периоду восходит начало крепкой дружбы с архитектором и живописцем Жюлем Ле Кёром, часто приглашавшим Ренуара в свой дом в Марлотте. Там он познакомился с тогда еще 18-летней Лиз Трео, сестрой подруги Жюля. Почти 10 лет Лиз проведет рядом с Ренуаром, будет ему подругой и моделью, позировавшей по меньшей мере для 20 картин. Среди них обнаженная, позднее дополненная охотничьими атрибутами и мертвым оленем, явно в духе Курбе, и тем самым переделанная в мифологическую богиню Диану-охотницу, более приемлемую в глазах жюри салона. Та же Лиз позировала для цыганки и Лиз с зонтиком на последнем полотне, написанном летом 1867 года, от начала и до конца на пленэре девушка изображена в белом платье, прямо-таки сияющим белизной в ярких лучах солнца, в то время как лицо скрыто в тени крошечного зонтика. Thank you.
Зимой 1867 года, все еще не имея средств к существованию, Ренуар вместе с Сеслием поселился в мастерской Базеля на улице Висконти. Три друга часто писали вместе, о чем свидетельствуют портреты Базеля, работающего над натюрмортом за мольбертом, одновременно написанные Сеслием и Ренуаром, и портрет Ренуара кисти Базеля. А после заката солнца, когда газового освещения было явно недостаточно и приходилось прерывать работу, многие художники и интеллектуалы встречались в кафе Гербуа в доме номер 11 по улице Батиньоль. Каждый вечер здесь можно было встретить писателей, музыкантов, критиков и, конечно, художников, занятых поисками нового стиля. Вдохновителем кружка был Эдуард Мане, окруженный друзьями и почитателями, среди которых Астрюк, Дюранти, Базель, Фонтен-Латур, Дега, Ренуар, Золя и другие, он заводил разговоры, переходившие в оживленный обмен мнениями относительно превосходства экспрессивной мощи цвета у Делакруа над холодным преобладанием линии Уэнгра. Ренуар, не обладавший такой культурой, как Мане и Дега, и развивавшийся как самоучка, был тем не менее очень внимательным и проницательным. Он быстро схватывал суть проблемы, в его суждениях чувствовался живой ум и хорошо развитое чувство юмора. Он тоже высоко ценил игру цвета у Делакруа, которого любил и изучал. Но это не мешало ему любоваться красивым животом в источнике Энгра или шеей и руками его госпожи Ривьер. Очень худой, подвижный, он всегда был весел, всегда готов посмеяться над колкостями, которыми обменивались спорящие. К глобальным философским исканиям он был абсолютно равнодушен и в подобных разговорах не участвовал. «В жизни, — говорил он, — надо плыть по течению, как пробка в ручейке».
конце 60-х годов, когда картины Моне снова были отвергнуты жюри салона, ему, несмотря на помощь друзей и знакомых, пришлось оставить Париж и поселиться с женой Камилой и маленьким Жаном в небольшом доме недалеко от Бужеваля. Ренуар приехал к нему, и они вместе работали на берегу Сены, часто запечатлевая одни и те же сюжеты – вазы с цветами, пейзажи, натюрморты и плавучее кафе «Лягушатник», куда в летние месяцы стекались гуляющие парижане. Между ними царило такое единодушие, столько схожего было в их ощущении вибраций света, в напряженном внимании, с которым ловили они впечатление от суетливой, пульсирующей жизни, что выработанный ими стиль сделал их более похожими друг на друга, чем на кого-либо другого из художников. Но материальное положение Ренуара было не лучше, чем у друга. Он даже не имел денег на краски. Так что в конце лета ему пришлось вернуться в Париж, где вдруг Базель снова приютил его, теперь уже в новой мастерской на улице Кондамин, 9. Теперь Ренуар жил в районе Батиньоль, рядом с кафе Гербуа, местом встречи художников и интеллектуалов, среди которых Базель, Мане, Эдмон, Метер и Золя, увековечены Мане в знаменитой картине. Начало Прусской войны резко оборвало этот счастливый, хотя и бедный сезон. 28 октября Ренуар был призван и с 10-м стрелковым полком отправлен в Тарп, где тяжело заболел дизентерией. Эдуард Моне поступил на службу офицером Национальной гвардии. Моне укрылся в Англии. Базель, ближайший друг, пошедший на фронт добровольцем, был убит в ноябре всего 28 лет от роду. Много лет Ренуар искренне скорбел, вспоминая трагически ушедшего друга. Вернувшись в Париж в 1871 году без гроша в кармане и в самый разгар народного восстания, он был вынужден оставить свою мастерскую, ставшую ненадежной из-за снарядов, сыпавшихся на этот квартал, и перебраться в другую, поспокойнее, на левом берегу на улице Драгон. При посредничестве одного старого друга, ставшего при коммуне префектом полиции, республиканца Рауля Ригу, которого Ренуар знал еще со времен Фонтенбло, художнику удалось получить пропуск, дававший возможность свободно перемещаться и продолжать работать. Ренуар был очарован городом, жизнью современников, освещением, игравшим в кроны деревьев, дворцами и царившим на улицах оживлением, великолепно переданным в картине «Новый мост». В этой работе принимал активное участие брат Эдмон, писатель и журналист. Под каким-нибудь предлогом он останавливал на несколько мгновений прохожих, а Ренуар за это время успевал сделать набросок. Пользуясь пропуском, который достал ему Ригу, Ренуар часто ездил в Аржантей, где поселился, вернувшись из Голландии в конце войны, Моне, все так же угнетенный отсутствием денег. И здесь, стоя за мольбертами в саду или на берегу пруда,
Они воссоздали ту атмосферу общего творческого поиска и сопереживания в ощущениях, что некогда объединяло их в лягушатнике. Палитра Ренуара стала светлее, мазок легче, его по-прежнему больше прельщали портреты и сцены современной жизни. 24 апреля 1872 года Ли Стрео вышла замуж за молодого архитектора Жоржа Бриера, друга Жюля Лекера, резко оборвав долгую связь с Ренуаром. Больше она его никогда не видела. Дружба с семьей Лекер тоже прекратилась без всякой видимой причины.